В Югре на реализацию приоритетных госпрограмм дополнительно выделят почти 24 миллиарда рублей. Корректировки расходной части окружного бюджета обсудили сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в Думе Югры. Дополнительные средства поступили из федеральной казны Фонда содействия реформированию ЖКХ и по программе сотрудничества. Таким образом, дополнительно почти 11 миллиардов рублей пойдет на переселение югорчан из аварийного жилья, 2,5 миллиарда на развитие транспортной системы, 5 миллиардов на социальную сферу. Также крупные вливания денег планируют в госпрограммы развития образования и здравоохранения. Из этого выделено то, что приличные деньги выделяются на субсидирование перелетов внутри Ханты-Мансийского автономного округа. То есть это решение говорит о том, что цены на перелет внутри автономного округа расти не будут, а где-то, возможно, будут снижаться.